Вряд ли мы выиграем, наверное. Китайцы прикол к четвертому. Так, а ты чё? В смысле? Я тут. Четвертому, блядь, китайцы. Пауку тебя чё заняться ему? Я в отряде, попробуй начать бой. Сейчас. Трайсон добавится. Доцент, кстати, написал в чате, пидор ГРМ. На туре. Кто да. написал? Кто написал? Доцент. Я это кто такой? Бан ему бросил. Доцент. Да. Так вот он написал. А, блядь, сейчас. Да, я не могу кинуть. Почему? Потому что мне нужно было там в военной позиции, когда тут план нужен. Так, ну чё мы? Чё ждём? Киньте приклас. А, всё. Так он написал. У него смог какое место было? Да он ни одного не вальнул. Да ладно. На торе. И чё, вот он адекватный, нет? Да пёс ебать. Ну таким людям лечиться нужно.
внимание на обозначенный сектор. Алло. Раз, раз. Нормально. Хоть сынок какой-то орал, пары. Атакуйте точку Д! Атакуйте точку Д! Так что утверждает, так атакуйте! Вражеские войска захватили точку! Атакуйте точку Д! Союзные войска захватили точку! На той стороне Пантера Д. Уничтожьте цель. Командир ранен. Руках.
они начинают что-то надеяться там, блядь. Это членосос. Слава богу, видео я списал. Он меня завалил два раза подряд. И, короче, он стоял. Это вообще на горе, блять, хуй знает, ебеня где-то там, блядь. И въебал, короче, меня нахуй сквозь все здания. Ну, сквозь все здания,